Всем доброго дня. Сегодня у нас 19 мая. Пришли наши пакетики. 6 штук, заказывал 10 у местных пчеловодов. Вчера еще звонили. Хотел я узбекский, но там что-то на границе они стояли. По 4700, 5100. Все зависит от комплектации. Вот эти мы взяли. По 5000 рамки на Тристан, Дадан. Вот. Будем пересаживать. Сейчас ставим еще один. И потихонечку будем пересаживать. Не знаю, какое наполнение. Там будет, буду включаться, говорить, показывать. Они, наверное, это вытаскивается, наверное, да? А, да, да. Ну. Да, открыто там все. Да. Что-то они злятся немножко. Там открыто все. Ух ты. Да, уже здесь, наверное, это вышло. Весь расплод он вышел. Молодая пчелка. Да, сейчас как вытаскивать. Может, и марит? Вроде ничего не надо. Да, так они меня маску надо надевать. Укол уже хлопнула одна. Че скажешь по силе пакета? Подожди ты. Надо, во-первых, как маска работает маска. Пакет, это ни о чем. Я без очков все ничего не вижу. Это как матка работает. Сейчас ни о чем не говорит. Пчела есть, да. Все дело в том, что вот я без очков матку не вижу, а надо, чтобы ее там сейчас трясти, надо будет пчелы. Так. Да. Я там края почистил. Матку не нашел? Да я без очков не вижу, тебе объясняю. Ну, потом найдем. Это вы разберетесь. Нам пересадить, мы разберемся. Матку посмотрим. Надо ему успокоить пчелам. Видишь, они... Ну, есть нафиг, они тряслись. И сюда надо сушку еще поставить. Поставим потом. Что, давай пока. Так, погоди. Под крышу дай. Под крышу где? Тут был под крышу. Делает все так аккуратно. Их, а это есть? Щетка есть. Давай, щетка. Нет, не мата, тут даже говорить нечего. Это корпус надо сразу, до корпуса. Да, да. Там просто, может, некоторые послабее будут. Ну, я не знаю, вот я конкретно этому говорю. Вот и все, теперь. Комочек у нас не осталось. Нет, мы сейчас как сделаем, смотри. Да нет. Да нет, я думаю, тоже здесь нет. Не, ну все равно смотри, я не вижу. Полцик немножко может приоткрыть, чтобы они садились, успокоились. Сейчас вот как сделать, как. Полцик открыть немножко. Не надо ничего закрывать. Что надо закрывать? Вот, все закрыто.
далеко, далеко, далеко. На себя, да. Ну это шум. Там просто. Чё? Там просто бельцы. Может быть, и не будет залазить. Слушай, эту не нужна пока? А, уже открыли? Или что это такое? Это открыто уже, что ли? Нет, это от этого. А, ёлки-палки. Как раз ловушки готовы. Ловушки как раз готовы. Спокойнее себя ведут. Все прям такие, блин, агрессивные, нормально меня они пожарили. Ну, непонятно что. Все, открыто, у нас все точки открыто. Слушай, там он закрыто. Сейчас. О том не было, на том. Я что-то не увидел. Ну тоже, в принципе, это все правильно, так и должно быть. Четко. А поэтому они, может, и спокойнее. Болтыхались те, может, все. Так, и там, наверное, тоже. И там тоже. Ну-ка, немножко. Да я их тоже. Это Александр Алексеевич, я сейчас еще один вам пересажу еще вперед. Ну да, что, я уже это видео снимал. Ну как снимал? Или кто у вас это? Вы не ты или будет пересаживать? Кто? Я. Почему Александр Алексеевич не будет? Ну вот, это, ты понимаешь, что не видно, вот тут видно расплод. Там сразу это. Вот эту семью. В первую очередь, посмотри, я смотрю, там что-то рампа струнтовочная расплод. Uh-huh. По грязи. Как матка, как что там вообще? Ну и успокоиться я потом посмотрю. Не, ну чтобы имел в виду, потому что здесь, видишь, здесь вот как-то они и расплод видно это все, а там что-то как-то не поймешь ничего. Не, ну в любом случае все надо смотреть. Это в плане там матки. Меда, конечно, тут ни хрена никакого нет. Ну, мед-то мед у нас полно. Все дадим. А, вот мед есть. Нет, так пчела есть. Если матки нормально пойдут, то они сейчас наберут моментально корпус. Сейчас вот пчела выйдет еще. Ну, пока возьми другой шапшаник, принеси и раз потом. Я видео снимаю. Мы до корпуса добьем рамку. Нет, здесь смело ставьте пару лощин. Ну и там мед, сушь. Ну, я не знаю, сейчас лощины есть, надо это, наверное, рамки. Я вообще говорю, если сейчас лощины нет, то сделай, поставь, пожалуйста. Ну да, там лощины-то есть, но сегодня рудскую тоже поменяли.
10 таких ластов культур. Пчелка, все, все, домик вам, вот вам домик. Вчера это звонили, написали с Узбекистана. Вот я заказывал как ну раньше до этого. Uh-huh. Вот она говорит 4700, 5100, зависит от комплектации. Я говорю, у вас же по 3800, по 3600 они были. Ну это все уже как бы нам цену уже такую озвучили, как бы вот такое вот все. И вчера парнишку он покупал там знакомый, тот пчеловод с Лысогорского района. Он говорит, десяток я взял, говорит, вот. Сказали, вроде бы не с Узбекистана. А она мне написала, я не спросил, она говорит, с Узбекистана, откуда же еще? Не, если с Короче, там на каждый пчелопакет заставили делать паспорт. На каждый пчелопакет. Чтобы у каждого пчелопакета был свой паспорт. Ну вот. И поэтому они стояли на границе, стояли, короче, 2 недели. Вот. Поэтому с запозданием пришли. Я вообще думал, не пропустят. Ну, пропустили, все равно, говорю, схватают сейчас по городам все это. Вот. Типа такого. Да нет, если у Узбекистана, я говорю, да не даром. Ну, это понятно. Не нужны они, конечно. Да это потом ты все будешь сейчас ставить. Правильно. С Узбекистана не нужно. Иди, пчел, все. Эти местные. Открыт там. Все, работаем.